Привет всем, дорогие мои, доброго, хорошего денечка. Тут я нашла интересный такой садик. Он, значит, со скульптурами. И этот садик, он как память о медсестре одной. Так и называется садик медсестры, медсестер. И память медсестры Нета Вайн. Не знаю, кто была эта медсестра, но вот такие интересные здесь скульптуры хочу вам показать. Вот. Это прямо на территории больницы. Вот такой интересный сделали. Отделили кусочек такой, сделали такой садик. Вот, знаете, такие интересные аллегорические скульптуры. Вот. Интересно было бы узнать, кто автор их. Вот как-то так все сюр похоже. Вот тут больше видно, конечно, лицо. Вот как бы памятник такой небольшой. Так это, знаете, люди проходят, смотрят, интересно. Все раздумывают, на что это похоже. Мне кажется, это похоже на людей, которым помогают вот медсестры. Как-то так это все. Знаете, как бы в память о работе медсестер. О работе медперсонала. Такой вот небольшой, интересный такой маленький садик такой. Тут вообще в скульптуре видно два глаза, как лицо, как, мне кажется, может, как два человека. Рядом здесь у нас цветут гибискусы. Посмотрите. Вот такой вид гибискуса розового. И вот еще красный гибискус. Они так вот прямо растут, знаете, высаживают в других местах вдоль дорог акации. А вот у нас высаживают гибискус. Как живая изгородь. Его так вот подстригают. Какой красивый, пышный, видите, цветок. Ну вот, дорогие мои, тут я случайно забрела мимоходом и увидела такой интересный садик. И захотелось вам показать. Интересные такие скульптуры. Ну вот, всем хорошего денечка. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои маленькие видеозарисовки. Ставьте пальчики вверх. Люблю дружить. Люблю друзей, и старых, и новых. И вообще люблю общаться. Большое всем спасибо, что остаетесь со мной. Всем чудесного денечка. Пока-пока. Жанна.